Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Все вы прекрасно знаете, кто смотрит мой канал уже не первый день, месяц, а может и год, что у меня межпозвоночные грыжи и протрузии практически в каждом отделе позвоночника. И что врачи, пытаясь лечить меня, залечили до такого состояния, что я не мог даже спокойно сидеть, стоять, ходить. Мне пришлось заняться этим вопросом самому. С помощью гимнастики специальной, которую я почерпнул у йогов, за что им огромное спасибо, и упражнений типа экстензии, гиперэкстензии, я восстановил себя довольно-таки быстро, как я считаю, чуть больше года. И снова приседаю за 200, тяну за 200, но шел я к этому постепенно и приседал и тянул по 20 килограмм. Сейчас выполняю огромное количество разнообразных упражнений, базовых, полезных упражнений, которые не каждые здоровые люди выполнят. Все это благодаря тому, что я не сдавался никогда, я всегда знал, что зал занятия с отягощениями – это мой путь, моя религия, на котором я должен идти и, возможно, умереть. Сегодня я вам расскажу еще об одних хороших приспособлениях, которые называются инверсионные ботинки. Они действительно помогут вам в деле избавления от проблем, связанных с межпозвоночными грыжами и протрузиями. Многим помогут избавиться от болей, если у вас уже есть проблемы, а большинству помогут в качестве профилактики. Вы никогда не получите травму. И вы получите попутно отличный бонус. Так, как прокачивается пресс с этими ботинками, вы никогда еще не чувствовали такой отдачи, такого жжения, напряжения. И я помню, действительно, раньше не было таких приспособлений. Мне отец сделал дома в школе, когда я еще учился, шведскую лестницу, только повесил он мне ее не к стене, а к потолку. И я, цепляясь ногами, качал пресс. И чуть больше, чем за месяц, у меня проявились все 8 кубиков. Конечно, в то время у меня не было такого большого процента жира, как сейчас, но и пресса не было. Попробуйте, и вы убедитесь в этом сами. Вы знаете, что я даю советы только, которые практически опробовал сам, от которых получил результат. А эти штуки мне были знакомы еще и с детства. Правда, я не и знал про них, сам догадался, как тренироваться. Но тренировался я тогда преимущественно только для пресса. Сейчас же я их использую еще для того, чтобы избавляться и как профилактика от грыж и протрузий в позвоночнике. Стоили они мне около $100. Выбрала мне их жена в Амазоне по рейтингу. Я их опробовал. Они действительно оказались очень-очень удобными, комфортными. Система крепежа на них как на горнолыжных ботинках, сноуборде, кто в теме, тот знает. Главное понять, как крепить, и вам будет очень удобно и комфортно. А самое главное, вы будете прокачивать пресс, будете тренировать поясницу, при этом это упражнение является декомпрессионным, точно так же, как гиперэкстензии. Не путать с экстензиями. Гиперэкстензии, напоминаю, это когда у вас корпус неподвижен, а двигаются ноги. Когда ноги закреплены, а двигается корпус, это экстензии. Не путать. Необходимо делать, чтобы вам не говорили врачи, оба этих упражнения. Они не только растягивают мышцы, не только снимают спазмы. Они еще и тренируют те мышцы, которые нам необходимы именно чтобы избавиться от проблем, которые вам доставляют межпозвоночные грыжи и протрузии. И повторюсь в очередной раз, что помогут тем, у кого их нет,
избежать их, чтобы они у вас никогда не появились. Вот так выглядят эти ботинки, так называемые. Не знаю, почему их называют ботинками. И, как вы видите, они пластиковые, с хорошей прокладкой. Хорошие крюки, тоже не металлические. Я сначала удивился, но когда опробовал, то был действительно поражен, насколько удобно, комфортно выполнять в них упражнения. Настоятельно всем рекомендую. Насколько я помню, в России тоже у парней я видел такие ботинки. И если вы хотите помочь себе, а также иметь отличный супер прорисованный пресс, попробуйте тренироваться в этих ботинках. Хочу сказать, что тот, кто до сих пор считает, что есть верхний, нижний пресс, попробуйте сделать это упражнение, и вы убедитесь, что анатомия вас не обманывает. Пресс – это одна мышца сверху донизу, и когда вы попробуете на себе это упражнение, вы в этом убедитесь уже после первого подхода. Мышцы пресса сведет вам. Какой бы он у вас ни был тренированный, попробуйте, вы будете шокированы. Самое главное – не делать рывков, не дергаться. И когда вы поднимаетесь, осуществляйте подъем не за счет сгибания в пояснице, а за счет скручиваний. Как непосредственно скручивание в специальном тренажере или на полу. Многие, я знаю, делают подъемы. Неважно, какое бы вы ни делали упражнение на пресс, запомните, пресс всегда – это скручивание. Подъемы переносят нагрузку на поясницу и бицепс бедра. Нам этого не нужно. Делаем скручивание. Пробуйте и обязательно пишите в комментариях, как вам это понравилось. В детстве, когда у меня не было подобных ботинок, я использовал стропы от парашюта. Завязал их посередине, получились такие две петли, вставлял ноги в них и выполнял упражнения. И часто делал просто за счет того, что держался за счет ног. Но никому не рекомендую такое делать, особенно сейчас, как у меня вес там 115 кг, вы не удержите себя. Следующее, на что следует обращать внимание, это необходимо останавливать себя, не раскачиваться. Если вы раскачиваетесь, значит, вы делаете неправильно. И, конечно же, те, у кого проблемы с давлением, не рекомендуется это делать. Сначала восстановите свое давление. Потому что это может быть очень нехорошим фактором, может усиливать давление. И даже я, даже те, у кого с давлением все нормально, будете чувствовать, как кровь приливает к голове. Будьте осторожны. Не всегда это плохо. Вы знаете, что и в йоге есть упражнения, которые выполняются вниз головой, стойка на голове. Говорят, это очень полезно и для внутренних органов, и для организма в целом. Я надеюсь, что и вам было полезно. Вы меня часто и давно уже спрашиваете о этих приспособлениях. Я решил купить и сделать ролик специально для вас. Тем более, что у меня тоже проблемы с грыжами и с протрузиями. И вы так же, как и я, будете приседать за 200, да и вообще будете приседать. Я сниму скоро ролик о том, что приседания полезны, просто нужно знать, и какие приседания делать. Есть специальные приседания, которые тоже действуют декомпрессионно на поясничный отдел позвоночника. И вам это все, я надеюсь, будет полезно. Кто не знаком с моими видео, настоятельно рекомендую найти их и прочитать мои статьи на сайте. На сайте 4 статьи о проблемах с межпозвоночными дисками. И вы, так же как и я, избавитесь от проблем и вернетесь к тренировкам. Никогда не прекращайте тренировки с железом. Естественно, просто смотрите на все через призму сохранения и улучшения здоровья. Никогда не форсируйте. И будет вам счастье и здоровье. Самое главное – подходить ко всему с головой, каким бы делом мы с вами ни занимались.